А зараз переходимо до основної студії, де на нас вже чекають наші гості. І будемо говорити на таке проблемне запитання, як врятувати одеську архітектуру, чи взагалі це можливо. І до нашої студії цього часу завітали Павло Кириленко, голова обласної організації ВО «Свобода». Доброго дня. І юрист Олег Калинюк. Рада Добре. вітати. Ще має до нас долучитися архітектор Наталя Головченко. Я правильно розумію? Так. Ми на неї чекаємо, а поки відкриваємо лінії для голосування. Питання ставимо вам таке. На вашу думку, чи можна взагалі врятувати одеську архітектуру? Ту саму аутентичну, ту саму, яка відрізняє наше місто від безлічі інших міст. Отже, два варіанти відповіді – так, і це вже давно пора зробити. І другий варіант відповіді – ні, вона вже втрачена безповоротно. Будь ласка, голосуйте, нам важливо почути вашу думку. Позицію можна висловити і телефоном 726-3326. Чекаємо на ваші дзвіночки або ж повідомлення у Viber, також, будь ласка, пишіть. Отже, на початку саме це питання інтерактиву хочеться поставити і вам, почути вашу думку, чи можна врятувати одеську архітектуру, і якщо так, то яким чином і завдяки чому? Павле, з вас почнемо. Немає нічого неможливого. І дійсно, якщо досвід європейських країн, особливо країн, які так само перебували колись в такому радянському таборі, і от стикалися на початку 90-х років приблизно з такими самими проблемами, як у нас досі. Але там вони ще тоді їх вирішили. І якщо їх вирішили ці проблеми там, то, очевидно, їх можна вирішити і у нас, і, зокрема, в Одесі. А питання в тому, що от ми обговорювали вчора цю тему в нашому експертному хабі «Одеська перспектива». І тут вся суть того, що от ми бачимо владу, яка роками, десятками років займається незрозумілими речами. Вона називає стратегію якісь речі, які не можна стратегією називати. Тому що, наприклад, ми перед нашою зустрічю надсилали звернення до Одеської міської ради для того, щоб вони нам дали звіт, проінформували, що робиться в цьому плані. І нам відповіли, що є там програма, яка працює, але ж ми знаємо суть цих програм. Суть цих програм – просто робити якісь косметичні ремонти. Поточні. Вигляд. Особливо вигляд. Там, де впало, давайте одразу так, щось. А ми вважаємо, що… Абсолютно. Угу. Вірно. А ми вважаємо, що подібну проблему потрібно вирішувати комплексно. Є досвід дійсно європейський, є досвід світовий. І потрібно просто розробити правильні кроки, поставити мету і до неї йти. Відповідно, вже далі залучати необхідних фахівців, які, власне, в цій галузі вже розбираються. І, власне, ми от і намітили, і визначили кілька таких певних питань, за рахунок яких можна вирішити цю проблему. Головна наша думка, яку треба донести сьогодні до суспільства і до влади, про те, що якщо ми будемо виділяти із бюджету міста гроші на реставрацію будинків, на реставрацію в цілому інших комунікацій інфраструктурних в центрі міста, то таким шляхом ми і за 100 років не відремонтуємо Одесу і не перебудуємо її. При тому, що необхідно зберегти ще і автентичність вигляду Одеси історичної. Так от, гроші з бюджету це питання не вирішать, тому що це потрібно колосальні, величезні гроші. А є шляхи європейські, коли залучаються інвестори, і, власне, інвестори якраз фактично всю цю роботу і укріплення будинків, і фундаментів, і реставрація фасадів. Він все це робить. Ну, єдине, звичайно, йому місто теж за це має щось дати, для того, щоб йому було це цікаво цим займатися і вигідно. От я думаю, тут, власне, вже мене може доповнити більш фахово юрист. Так, будь ласка, Олеже, вам слово. Дякую. Наш проект, який ми вчора, собственно, защищали в нашем експертному хабі, називається «Проект реновації історичного центру міста Одеси». Понятно, что мы не первые, кто об этом говорим далеко. И есть, как Павел правильно сказал, есть определенные
наработки в этом вопросе и местных органов власти, и специалистов, и архитекторов. Мы видим в нашем городе какие-то удачные примеры, мы видим неудачные примеры попыток, скажем так, реставрации, реновации и так далее. Но почему мы считаем, я абсолютно с Павлом солидарен, что в данном вопросе, что назрела необходимость сегодня не просто говорить об этом, а сейчас очень многие говорят, просто ток-шоу на ток-шоу, разговоры, эксперты и так далее, о всех аспектах нашей жизни. А необходимо, говоря, предлагать какие-то пути направления решения этого вопроса. И вот вчера, говоря о вчерашней нашей встрече, о нашем этом, экспертной площадке, о детском перспективе, я должен отметить, что мне чрезвычайно, как человек, который защищал этот проект, был одним из ведущих спикеров, экспертов, мне было приятно, что у нас состоялся действительно предметный разговор. И мы попытались этот разговор немножко ретроспективно развернуть в сторону истории. Потому что нужно понимать, что плачевное состояние сегодняшнего исторического центра, к сожалению, это наследство, которое нам досталось в начале 20 века в результате ужасающего, на мой взгляд, как юриста, преступного, колоссально преступного действия, как национализация, конфискация имущества. Все эти доходные дома, Ген, Гринчак, Зонштейн, Гершеневский, Маргулис, Зельдович, Асвадуров и сотни-сотни тысячи других, это на самом деле были объекты частной собственности, которые были просто у людей изъяты. И вот то плачевное состояние, в котором они сейчас находятся, говорит о том, что к нашему стыду мы оказались ненадлежащими наследниками этого великого достояния наших предков. Мы не смогли сберечь это. За 100 лет не был создан институт эффективного собственника данных зданий. И, может быть, нас даже бы это и не волновало настолько, насколько вот Павел сказал, что эта проблема действительно настолько остра, если бы это просто был вопрос эстетики, да, либо вопрос там какой-то туристической привлекательности, что тоже имело бы значение. К сожалению, это уже один из вопросов национальной безопасности. Мое личное мнение, как гражданина этого города, как гражданина страны, что любой политик, любой государственный деятель во главу угла должен ставить человека. Человека. Каждого конкретного человека. И гибель каждого человека, либо его увечье для настоящего государственного деятеля, для настоящего политика должно быть личной проблемой. И он должен понимать, что он должен сделать для того, чтобы этого не было. Но, к сожалению, у нас почему-то наши местные органы власти, наши руководители более высокого уровня почему-то замалчивают, либо не обращают внимания на тот факт, что наш исторический центр за последние десятилетия превратился в объект повышенной опасности. У нас каждый месяц, если внимательно поднять, а я не поленился, я попросил в свое время своих помощников поднять аналитику за последние 10 лет. Это может сделать любой, зайдя на любые сайты, Думская и так далее. Ужасающая статистика. Падение фасадов, балконов, увечья. Недавно девочка на Успенской 10 средь белого дня осталась инвалидом. Просто шла молодая девчонка, ей упал на голову фасад. Маленькая девочка погибла несколько лет назад, с родителями шла по Пушкинской. Не говоря уже о страшной трагедии дома Асвадуровых. Вот мы об этом должны говорить. Давайте зараз запрошуємо нашого гостю і так. Продовжимо. До нас готова долучитися, доєднатися архітектор Наталя Головченко. Ми раді вітати вас. Ось ваше місце, будь ласка, займайте добрий день. Отже, говоримо... Здравствуйте. Добрий день. Як врятувати одеську архітектуру? Ну, і, по-перше, я так розумію, що це можна зробити, так? Хоча питання в нас інтерактиву стоїть таким чином, що автентичний вигляд вже давно втрачений. І повноцінно врятувати архітектуру неможливо. Або можливо, ваша думка, будь ласка. Якщо дозволите, я буду розмовляти російською. Так, як комфортно. Я, безусловно, як архітектор, вважаю, що завжди, якщо є можливість зберігати автентичну архітектуру, це треба робити. Это крайне важно, потому что ценность нашего города Одессы, ну, у нас много ценного в нашем городе, но в плане архитектурном и историческом очень важно вот именно этот облик. Именно о нем поется, рассказывается, именно об этом так много легенд. И вот если убрать вот весь этот архитектурный фон, то, скажем так,
Ну, мало что останется. Безликим станет. Да, город станет, но он потеряет свою индивидуальность. Поэтому, конечно, я ратую за то, чтобы как можно больше сохранилось. Но сохранение — это тоже такое очень относительное понятие, потому что критический аспект консервации — это добавить... чего там в медицине добавляют уже, когда совсем. Це вже майже все, так? Да, то есть и в такой ситуации уже ничего здорового сохранить не получается. Уже сохраняется мумия. Поэтому нам очень важно понимать, что мы должны сделать мумию из нашего города. И теперь вот я буквально озвучу сейчас пошагово, как профессионально, как я вижу, что можно по этому поводу сделать. Так, будь ласка. Первоочередное, это нужно провести довольно серьезное исследование тех домов, вообще выбрать регион, на котором мы начнем работу. Мы должны выбрать дома, которые требуют капитального ремонта, которые требуют косметического ремонта, дома вставки, о которых вы очень точно говорили, которые необходимо вытащить, как испорченный зуб изо рта, и на их место вставить дома, соответствующие облику. И убрать замусоренные внутридворовые пространства. Для всего этого нужно, конечно, небольшое творчество, а потом глубокое исследование научное. Вот. При таком подходе мы получим тот же самый яркий наш город Одесса, только улучшенный. Ну, вот степень улучшения, она, можно сказать, увеличится в разы. Это не со знаком плюс. Это будет возведение в степень. Почему? Потому что мы, например, приезжаем в исторические города Европы. Там мы видим вот конечный результат работы. Там чисто, красиво, освещенные улицы. Мы не вглядываемся в то, сколько конкретно домов вот в этом, на этом квартале было заменено, вставлено новых. Мы видим, что среди классического исторического центра есть аккуратные вставки современных фасадов. Есть какие-то дома, с которыми проводились какие-то работы, но мы не понимаем, какие. Мы видим, что в конце все получилось хорошо. Все-таки формується загальний образ і імідж міста, і туди повертаються потім туристи та гості, тому що саме через ці такі родзинки. Именно, совершенно правильно, именно это важно, потому что город для того, чтобы... Вот я уже об этом говорила на других мероприятиях, о том, что мы все время воспеваем что-то старое об Одессе. Мы превозносим старую историю, старую культуру. Такое впечатление, что с 70-х годов здесь больше никто не рождался. И никто значимый, к слову сказать, и не умирал тоже. Ну, в общем, что тут не происходило, просто пустыня. А если у нас такая прекрасная база, то вот это все создает плацдарм для появления новых историй, новых каких-то человеческих судеб, вписанных вот в эту канву. И мы будем жить в новом городе, о котором есть что новое сказать. Так, и тут питання, як вписати цю сучасну історію, так, не порушивши автентику старовину. Ну, надо думати. Давайте, Павло, ваша думка. Тут повинен бути план. Те, що ми бачимо на сьогодні, просто якась хаотична забудова, в тому числі і в історичному центрі міста. Цього не можна допускати. І більше того, не можна навіть казати, що винні якісь ті чи інші будівельні компанії, тому що місто, влада місцева не запропонувала дійсно якоїсь концепції, не створила рамки для всіх однакові, за якими мали би працювати весь інший бізнес. І я абсолютно переконаний, що якби ми пішли от тим шляхом, концепцію, реалізацію концепції, про яку казала Наталія тільки що, то дуже у багатьох будівельних компаній було б неймовірна кількість роботи. І я переконаний, вони б були в великих плюсах, навіть більших, ніж через те, що вони будують якісь там свічки і так далі. Просто влада не створює умов, влада не має плану. Владу цікавить просто приймати програми, з яких можна відмивати просто ці гроші. І коли вже така система у нас фактично десятиліттями відбувається, то, напевно, певні такі суспільні елементи, люди з активною позицією життєвою,
повинні об'єднуватися і пропонувати цю стратегію якусь розвитку, яка би була альтернативною до оцієї видимості стратегії, яку нам демонструє влада, для того, щоб показати, що можна робити. Можна робити краще. Це робиться в у всьому світі, дійсно. Чому у нас цього немає? Ну, тут ще дуже теж, крім всього іншого, важливий момент є теж юридичний. Це невідповідності українського законодавства всім цим нормам і можливостям реалізації подібних проєктів. От я думаю, тут теж більше би вже... Давайте послухаємо глядача. У нас є дзвіночок і до цього питання повернемося. Ми вітаємо вас. Добрий день. Як вас звати? Добрий вечір, друзі. Мене звати Юрій Ніколаєвич. Значить, ребята, давайте поговорим о том, что Одесса была создана в давай до революции. Единственный материал, из которого строили, это ракушняк, то есть мел. Его срок жизни, ну, не больше 100 лет. Одессе уже больше 100 лет. Теперь, если взять современные европейские города, допустим, возьмем Италию, в таких местах, где сохранились действительно исторические памятники, для начала запрещено движение транспорта, потому что выхлоп газов разносит эти, ну, в пух и прах. Мы же не можем сейчас в Одессе, допустим, даже в историческом этом самом участке запретить движение этого транспорта. Есть ли какие-нибудь эти самые пути для этого? Да, есть. Сейчас есть синтетические средства. Одно из них, если действительно это карбид кремния, который можно делать на пыление для того, чтобы не спасти, но хотя бы на 10-15 лет приостановить. Но он очень дорогой. Поэтому такое мое мнение. Вы понимаете, действительно, такие места, как оперный театр, там центр города, надо исключить движение там транспорта, для того, чтобы не было выхлопов. Для другие дома выбрать, действительно, ну, у нас, ну, десятка два может набраться, для которых действительно надо их спасать. А остальное надо делать, как говорится, замещение. То есть современными, они очень дорого стоят. И не надо пенять только на одну городскую власть. Это должно войти в этот самый, как говорят, в план ЮНЕСКО. Это должно, понимаете, Европа, так как мы относимся к ним с благоговением, к европейским ценностям. Ну, давайте жить дружно, ребята. Давайте и мы определим наши ценности одесские и как-то будем вместе спасать. Вот такое мое мнение. Но... Дякуємо вам за думку, Юрій Миколаєвич. Почнемо з кінця. Стосовно, чи Європа за кордон нам допоможе. Чи допоможе нам хтось, чи маємо на місці тут розбиратися. Ну і інвестиційні умови, якщо би були зроблені, от вчора ми теж говорили на нашому зібранні і розповідали теж наші учасники про, і я особисто знаю про багато компаній, які приходили із Чехії, і зі Швеції, з Польщі, які проявляли цікавість для того, щоб власне зайнятися саме реновацією історичного центру, готові були вкладати свої кошти, свої технології, вже досвід. Всі їхні намагання розбивалися просто об скелю якоїсь бюрократії. Вони навіть створювали статутні фонди, вже заводили гроші, а потім просто розуміли, що краще вони залишать цей статутний фонд в Україні, ніж будуть далі працювати, тому що це збитково для них через корупцію, через недосконалість українського законодавства. Але я просто два слова прокоментую. Людина сказала абсолютно вірно. Транспортна інфраструктура – це теж важлива проблема, і ми теж плануємо її обговорити. І теж є досвід, є наука, така урбаністика, яка теж має свої вже доведені методи, як вирішується цю проблему. Тому що якщо зробити зручний транспорт в місті, громадський транспорт, комфортний, зручний, то побудувати на окраїнах міста, поза центром побудувати паркінги зручні, то можна взагалі вимагати максимально обмежити в'їзд транспорту легкового в до центральної частини міста. Ще глядач згадав про використання сучасних матеріалів для врятування старовинних будівель, про якесь таке напилення. Наталю, розкажіть, будь ласка, прокоментуйте це.
Да, безусловно, есть множество современных материалов, и многие из них позволяют защитить такой материал, как ракушечник, от влаги, которая является главным агрессором и, хуже всего, разрушает ракушечник. Но на самом деле надо смотреть правде в глаза. Одесса построена не только из ракушечника. Здесь много и кирпича, и бетон, и так далее. И были очень современные технологии. Поэтому для решения строительных вопросов нужен более комплексный подход. А с учетом того, что мы имеем дело с памятниками архитектуры, каждый из памятников архитектуры потребует отдельного глубокого исследования для того, чтобы не навредить его, либо его целостности, либо сохранению фасада, либо, если там есть интерьеры, сохранились, которые можно как-то спасти, то им. Поэтому все это требует более детального исследования, но факт в том, что сейчас к этому нельзя относиться равнодушно. И, конечно же, я, как архитектор, который очень любит свой город, скажу, что у нас времени не так уж много, потому что Павел, как его... Как звонивший человек, как его звали? Юрий Миколаевич. Юрий Миколаевич был очень прав в том плане, что срок износа ракушечника очень быстрый. Он сказал 100 лет. Да, он сказал 100 лет. На самом деле там по-разному, но смысл в том, что срок действительно подходит к концу, и износ конструкции очень близок уже к 100%. И нам действительно нужно всерьез задумываться о состоянии нашего центра, чтобы его не потерять. И чтобы, как говорил Олег, да, чтобы мы не получили каких-то непредвиденных человеческих жертв внутри вышедших из срока эксплуатации зданий. Про безпеку говорив Олег. І Павле, до дзвіночка згадав юридичний аспект, так, відповідність законодавчої бази. Я хотел бы на этом тоже, если можно остановиться. Действительно, очень. Вот то, что сказала Наталья, я абсолютно согласен. И я поддерживаю то, что Одесса обладает огромным потенциалом. Прежде всего, человеческим. Прекрасные архитекторы, прекрасные дизайнеры, конструкторы, урбанисты, политологи. То есть у нас сегодня в городе мы сами способны, в общем-то, продуцировать те идеи, те стратегии, которые спасут, не только спасут, но и дадут городу вторую жизнь. Но, к сожалению, как юрист я должен констатировать, что наше законодательство настолько архаично, оно при всем вроде бы его попытках модернизации этого законодательства, оно настолько не отвечает сегодняшнему дню, что говоря сегодня о каких-то цивилизованных вариантах инвестиционной деятельности, а ведь мы, когда говорим об инвестиционной деятельности, мы можем говорить и о привлечении граждан Одессы, самих же совладельцев жилых домов в качестве инвесторов. Вот вчера, например, на этом нашем хабе поднимался вопрос, а как нам улучшить туристический, культурный потенциал города Одессы. Да вот так и улучшать. Из этих нелепых, ужасных чердаков, где 2-3-метровые дыры на крышах, и, как Наталья правильно сказала, здание разрушается, когда у него крыши нет нормальной, и когда фундамент плохой подтекает, вот тогда и разрушается, собственно говоря, здание. Вот эти чердаки страшные, которые, если можно в центр города с высоты птичьего полета сегодня на квадрокоптере пролететь, то это же ужас какой-то просто. Вот их можно превратить в пространство. Да, возможно, какие-то здания нужно пока просто консервировать. Потому что понятно, что нужно их, как минимум, каждое здание должно быть отцифровано, должен быть его паспорт объекта и так далее. Какие-то законсервировать, какие-то использовать путем строительства мансард и так далее, придать им вторую жизнь. А какие-то, возможно, действительно делать реновацию полную путем отселения. А здесь уже системные инвесторы могут, серьезные строительные компании, которые могут строить сегодня целые микрорайоны в новых развивающихся районах города, давать людям комфортабельное жилье и постепенно отселять их из центра города. Но для этого нужно правильное законодательство, которое бы сегодня стимулировало все эти процессы, а не являлось, а я как юрист ответственно заявляю, оно сегодня тормозит все эти процессы. Не говоря уже о правильном аспекте законодательном охраны памятников архитектуры, которая должна быть. Контроль должен быть государственный, специалисты, фаховый контроль. Но это должно быть какое-то тоже творческое начало. Но контроль, він нібито є архітектурно будь-який. Контроль, но не замораживание вот в том страшном, ужасающем виде, в котором оно есть сейчас. Потому что просто контролировать, при этом, будем говорить откровенно,
И сегодня в городе вырастают уродливые, нахлобученные на крыше мансарды страшные. Так. И сегодня захваты идут, эти самострои и так далее. Разве этого не происходит? Происходит. Только это все можно предусмотреть путем изменения серьезного законодательства. И об этом тоже надо говорить сегодня. Тут ще питання відповідальності. Адже знаємо, що може бути десятки таких незаконних двоповерхових навіть мансард. Так? А чи є прецеденти їхнього зносу? Чи, можливо, показово знесли одного якогось неугодного, так? Особа, яка не має документів, і показово, давайте накажемо її, а всі інші ну, якось там домовилися. І тому і спотворений вигляд міста маємо. Ну, якщо підняти очі, дійсно, ці мансарди, ну, чи вони якось узгоджувалися? Я думаю, що недостатньо говорити об одних мансардах, а балкони. Так, так. На самих красивих зданиях міста вдруг образуються балкони застекленні з вагоночним білим. Ну, это просто ужас. Розширені до неможливих меж, да. Просто. То есть, все це, звісно, воно все не регламентується і не має ніяких... Большинство из этого не имеет никаких документов, но есть такое, такие незаконные постройки, которые имеют какие-то документы, потому что раньше какое-то время, мы знаем, была возможность оформлять эти документы нелегитимно. Поэтому не все сараи, халупы, пристройки, такие курени какие-то прибитые к фасаду, не все это можно будет так просто убрать и избавиться, я даже себе не представляю. Какой силы и мощности должна быть организация. А я считаю, что для того, чтобы спасти центр города, нужно было бы создать определенный отдел, направленный на создание определенной документальной базы, касающейся всех памятников архитектуры, принятие общей концепции работы с, вот это, с этим архитектурным наследием и создание проектов. Вот так вот у нас как бы гиподамовая система улиц, квадратами делятся наши кварталы. Вот квартально вот так вот надо брать и с каждым кварталом индивидуально действовать, вдыхая жизнь в каждую из этих ячеек для того, чтобы в течение, допустим, сделать программу на 20 лет или на 25 лет и постепенно оживить наш город. Нельзя предположить, что это можно сделать за год или два. Угу. Зараз я попрошу режисера студії вивести на екран, ну, такий, як на мій погляд, показовий приклад останнього часу, ну, сьогодення, це вулиця Успенська, можливо, ви також бачили ці світлини, коли підприємлива людина просто посеред подвір'я збудувала ну, такий дерев'яний будиночок, який тримається невідомо на чому. І наразі, дивіться, будь ласка, ось він, так? Я думаю, що бачили. Це Успенська, так? Це подвір'я. Старовинне, одеське подвір'я. Домик Елі, він прилетів з Канзасу. Так, або це будиночок на курячих ніжках, незрозуміло. А зараз там, до речі, навіть вже прорізані вікна, двері, тобто робота продовжується. Ну, людина захотіла собі хостел, наприклад, відкрити, да, на Успенській. Ну, чому ні? Виходить так? Ну, от дійсно, це важливе питання. І все це знову відбувається через відсутність плану, стратегії і концепції, і певного стилю. Ми от кажемо мансарди, дійсно, так, мансарди – це чудовий приклад якраз дійсно реновації історичної частини міста у всій Європі. Через нього шли, ну, компанії, які брали, яким віддавали аварійні дахи, вони за це мали реставрувати весь будинок і укріпити фундамент, і фасад. Ну і, звичайно, отримували горище, на якому будували або один, або два поверхи вже з мансардою. Так роблять у цивілізованому світі, так, коли є правила і контроль так, за це. Але має ж бути якийсь стиль, мають бути якісь норми, які мають бути мансарди. Звичайно, не те потворство, яке ми дуже часто яке сьогодні... Яке дезгармонує, сьогодні, так, з основним фасадом. Так, і фактично і дискредитує саму цю ідею, але ідея та сама правильна. Ну, просто якраз влада має всі можливості для того, щоб регулювати ці питання. І навіть без відсутності законодавства на загальноукраїнському рівні, все одно місцева влада могла би це все одно контролювати і більш-менш привести до якоїсь норми нормальної. Просто немає в одеської влади такого бажання і ну, такої волі, на жаль.
Олеже, ви згадали про відповідальність людей, і що навіть можна робити їх співвласників так інвесторами. Так. А тут мені згадується центр міста, коли люди обвішують старовинні будівлі кондиціонерами, так, дроти висять там не як має бути зсередини, так, чи або через підземні якісь шляхи, а просто скручені, там страшенні ці обліплені фасади виходять і балконами, і це ж робить хтось. Это как раз напрямую связано с тем вопросом, с чего я, собственно говоря, и начал сегодня свой диалог с вами, что отсутствие эффективного собственника, собственника квартиры, собственник квартир не ассоциируется со собственником жилого дома. Вот в чем наша проблема законодательства. Хотя законодатель с 2015 года четко закрепил в законе о том, что каждый совладелец жилого и нежилого помещения, многоквартирного жилого дома несет ответственность полностью за весь дом. В том числе за состояние фасада, карнизов, балконов и так далее, и так далее, и так далее. Но в правосознании, в общественном сознании людей этого нет. Они считают абсолютно, что только открыв свою входную дверь своей квартиры, вот все, что внутри, это их касается. Все, что снаружи, они могут делать, вот вы правильно сказали, лепить кондиционеры, проводить любые провода. У них упал балкон, да и пусть себе падает. С карниза их дома упал кирпич на голову человека внизу. Ну, это же упал не его дочери там, или сыну. Правильно, это же упал чужой дочери или сыну кирпич на голову. Его это не интересует и так далее. К сожалению, проблема здесь очень серьезная. И только лишь работой с людьми эту проблему не решить. Пока не будут созданы серьезные механизмы воздействия на эти процессы, причем достаточно жесткие. И я, кстати, не говорю сейчас только о репрессиях. Я абсолютно согласен с Натальей и с Павлом в том, что ну, мир уже давно все придумал. Есть, извините, все провода давно уже под землей в цивилизованных странах. Все кондиционеры на крышах. Да. Ну, это, здесь не надо ничего изобретать. Это все уже давно до нас придумано. Нужно просто брать этот цивилизованный, правильный опыт и реализовывать. Почему это не делается, я не знаю. Почему, малейший ураган, какой, ну, это даже не ураган, это был просто сильный ветер, это был сильный шторм. Почему у нас полгорода без света? Почему вот только что в вашем сюжете показывали, люди на Слободке третьи сутки сидят без света? Да потому что у них провода висят непонятно где, и половина города деревья падают. Почему эти провода не под землей? Почему? Вот кому мы должны задавать эти вопросы? Естественно, эти вопросы надо задавать городским властям, но эти вопросы люди должны задавать и себе. Ну, я считаю, что... Если можно, я хочу дополнить. Вот вы задали вопрос, почему это не делается, и затронули такую очень печальную тему. Дело в том, что все здания в Одессе, которыми мы так гордимся, это здания, которые были построены для очень богатых людей. И в эти здания было вложено огромное количество средств. И мы заходим в парадные, где, подняв голову, мы видим стеклянный фонарь, где у нас под ногами мраморные лестницы, где мы держимся руками за литые чугунные перила. Но поскольку оно сейчас в печальном состоянии, запачканное, испорченное, облупленное, мы не понимаем, сколько вообще стоит это. Но стоит только попробовать реализовать нечто подобное в настоящее время. И становится видно, что деньги колоссальные. И поэтому, когда сейчас нам необходимо сделать какие-нибудь инвестиции для того, чтобы сделать какую-то реновацию, какой-то провести инженерные сети, вот эти провода, чтобы они в кабель-каналах лежали, в специальных шахтах для этого созданных, это оказывается вдруг страшно дорого, а никто не ожидал. Почему? Потому что, как вы правильно сказали, как правильно сказал Павел, этот город, вот эта собственность, это жилье, оно досталось людям путем, как это правильно называется, экспроприации. Экспроприации, национализации. Конфискации. Конфискации. То есть оно никогда не покупалось, и никогда у этого не было реальной цены, а она очень высока. И сейчас для того, чтобы начинать любые инвестиции, надо просто себе как-то, ну, это каждый из нас может себе, а вообще нужно официальным путем оценить стоимость вот этих споруд,
для того, чтобы понимать, какого уровня инвестиции должны быть и что они должны быть адекватны. Потому что, когда мы видим пристроенную мансарду, она дисгармонирует. Почему? Потому что это дворец, а к нему пристроена хибара. И сразу мы получаем дисгармонию. Если бы это был, вот, как здесь было показано, бревенчатый сруб, и к нему было бы что-то приставлено, то мы бы не заметили дисгармонии. Дивимося думку глядачів. Чи можна врятувати одеську архітектуру? Так, трохи радикально. Ми вам ставили запитання. Давайте дивитися відповіді. Так, вже давно пора. 73%, 27%, тим не менш, вважають, що вона втрачена. Її автентичний вигляд нашого міста повернути неможливо. Павле, прошу вас прокоментувати і підбити підсумки бесіди. Ну, люди мають здоровий глузд. Наші люди завжди випереджають владу, яка у нас є, на жаль. Але я би от два слова сказав, що є ще проблема в тому, що суспільство і люди теж бояться інколи таких якихось подібних кроків через те, що вони просто не відчувають, що держава і влада готова їх захистити, їхні інтереси, відстояти, що вона зробить все по справедливості. Що якщо буде відбуватися якесь відселення, то їх не переселять взагалі в якісь трущоби або кудись там невідомо куди. От якби була довіра до влади, а довіра завойовується, її треба здобути серед суспільства. От якби ця була довіра, то і суспільство би позитивно краще дивилося на от всі ці речі, тому що реновація – це в тому числі і дійсно якісь незручності, це якісь непопулярні методи, але вони тимчасові, в результаті які мають все одно привести до покращення життя всіх суспільних верств і всіх мешканців. Так, треба бути для цього готовим і впевненим в кінцевому результаті. Так, і впевненим в владі, що вона тебе захистить від будь-яких негараздів і буде відстоювати твої інтереси. На жаль, чого у нас сьогодні немає. Дякую вам за розмову. Я думаю, що питання, звісно, залишається відкритим. Проблема є і поки що буде, але добре, що є такі проекти і такі люди, експерти, які не байдужі. І наші глядачі, дзвінки, голосування показують те, що дійсно одесити не байдужі до того, якою буде одеська архітектура найближчі роки. Отже, студію ми наразі завершаємо. Її провела я, Світлана Пензова. Далі світові. І ще проанонсую прожектор сьогодні о 18:30. Тож, циклон Юлія приніс чимало лиха Одесі, але чи достатньо було зроблено міськими чиновниками для ліквідації наслідків стихії? І чи готова міська влада до розвитку трендових систем і технологій, які будуть націлені, знову ж таки, на покращення умов життя одеситів? Про все це будуть говорити експерти разом з ведучими проєкту Анна Полякова і Євген Солтан. Початок, старт о 18:30, тож дочекайтеся, буде цікаво.